Друзья, рада вас приветствовать в клубе франкофилов. Сегодня мы с вами гуляем по 17-му округу. Наш маршрут будет пролегать от площади Терна к бывшей деревеньке Батиньоль. Сегодня этот район считается весьма хорошим, зажиточным, даже буржуазным. В целом, в этом районе сегодня живет в основном парижская буржуазия, молодые люди, которые зарабатывают динамично, хорошо. Мы с вами будем открывать разные его кварталы. Начнем мы с великолепного парка Монсо. И вскоре мы придем с вами к Пляж де Виляж перед церковью Батиньоль, или так называемой деревенской площадке. Сейчас, как вы видите, я иду мимо небольшой торговой улочки. Настроение сегодня у нас боевое, в Париже небольшой дождик, но я думаю, что он не испортит нам с вами настроение от прогулки. Я желаю вам приятного погружения, желаю вам хорошего дня, вечера. Набирайте чашечку кофе, чай, устраивайтесь уютно, и мы с вами идем вперед. Остановок по нашему маршруту – это площадь Терн неподалеку от Триумфальной арки. Рядом с нами находится большой цветочный магазин. Это площадь, гигантское круговое движение, которое так любят во Франции. Она всегда достаточно оживлена. О метро нам с вами свидетельствуют ландыши Гектора и Геймара, которые мы видим с вами прямо рядышком. Знаменитый вход в метро эпохи модерн. Ландыши погружают нас в подземный мир. Но наш маршрут пролегает в сторону парка Монсо, вдали от широких и шумных авеню. Пока мы с вами двигаемся по бульвару Курсель в сторону парка Монсо, расскажу вам немножечко вообще про эти места и про сам парк. Когда-то парк Монсо был так называемый фоли. Что такое фоли? Фоли – это загородные резиденции. Слово «фу», «фоль», «фоли» происходит от корня «сумасшествия». То есть эти дома были забавами, которые для себя строила большая аристократия. От того, что когда-то встречала нас Фоли Монсо, сегодня мало что напоминает. А ведь когда-то посетителя встречали китайские пагоды, большие теплицы и невероятный английский кабинет. Затем парк был перестроен в английский стиль, и это все то, что мы с вами видим. К парку нас ведет большое авеню. Когда-то здесь проходила граница Парижа. И именно по этим бульварам до 1860 года простиралась граница французской столицы. Небольшое подмигивание, друзья, в сторону Невы, Rue de la Neva, нашей знаменитой реки, на которой стоит Петербург. Откуда же здесь появляются эти названия? Даже, кстати, в самом парке Монсо тоже есть воспоминания, связанные с Россией. Вот здесь мы с вами увидим, например, Пьер Ле Гран. Дело все в том, что, друзья, прямо по нашему курсу находится русская православная церковь. Знаменитый кафедральный собор, когда-то кафедральный собор, теперь он уже в новом русском центре, знаменитый собор Александра Невского, построенный, кстати говоря, на деньги русского царя. Решение о строительстве принимается довольно давно, 1848 год, но нужно будет прождать практически 20 лет, чтобы, наконец, это здание за целый год, всего лишь, вернее, год, вырастет из ничего на когда-то окраине Парижа. Сегодня этот храм – традиционное место для собраний бел эмиграции. Когда она бежит из революционной России, именно вокруг церкви на Рю-де-Рю образовывается целая община. Интересно, кстати говоря, что многие из икон, которые вы встретите в этой церкви, это иконы, которые были привезены когда-то русскими эмигрантами из России. До сих пор вот здесь находится небольшой домик. Мы с вами сейчас зайдем на территорию прихода, и часто можно встретить, как сюда подъезжают
шикарные машины, дипломаты или русская миссия. Многие про этот ресторан, про эти места помнят и знают. Чуть не оговорилась, начала рассказывать вам про ресторан. Неспроста. Вот здесь находится ресторан «Петроград», который очень-очень долго был на ремонте. Про этот ресторан тоже многие русские иммигранты знали. Сейчас, конечно, у нас все рестораны закрыты, но вы видите, кстати, что любопытно, да? Этот ресторан даже дает сейчас бесплатный горячий обед для студентов. Даже можно заказать еду по Uber Eats. Это место настоящее место встречи, которое нельзя изменить для русских мигрантов. Про него знали довольно многие люди. А церковь, которая поднимается прямо напротив него, до сих пор является местом, центром русской общины. Многие здесь крестят своих детей, с удовольствием приходят в ее стены. Не уверена, открыта ли она в день экскурсии. Довольно сложно застать эту церковь открытой. Но все же, если вы как-нибудь будете в Париже, постараетесь в нее попасть, то я рекомендую вам это сделать. Церковь построена в таком псевдо-русском стиле. Мы видим с вами шатровые, как их называли, купола. Почему шатровые? Они похожи на шатер. Первого рода церковь подобного рода была построена в Коломенском. И уже за ней дальше мы с вами увидим подобного рода церкви. Вы видите, что традиционный рисунок, он вплетается вот так, тоже, опять же, напоминая нам о временах Древней Руси. Попробуем сейчас зайти и посмотреть, открыта ли церковь. Попыталась сейчас зайти посмотреть, открыта ли церковь, в итоге нет, все же она закрыта. Кстати, мне почему-то очень редко удается застать ее закрытой. Так что вот в этом традиционном месте встреча русских иммигрантов проходят многие праздники общины. Здесь всегда есть пасхальная служба, рождественская служба. Это место известно, это наше русское место в Париже, Rue de Rue. Про него, пожалуй, знают практически все вместе с рестораном «Петроград». Но мы с вами сейчас поговорим еще об одном интересном месте, связанном с Россией. И наша дорога лежит в парк Монсо. Впереди виднеются ворота парка Монсо. Напоминают они нам, кстати, чем-то с вами легендарные ворота на площади Станислав в городе Нанси. Парк Монсо – это было излюбленное место для парижской буржуазии, особенно в конце 19 века. И, кстати говоря, он фигурирует во многих романах, например, герои. Да, знаменитый герой Мопассана Бель-Ами Жорж Дюруа прогуливался в этом парке и назначал в нем же свидание. Фигурирует этот роман также в новом сериале, вернее, этот роман фигурирует этот парк, кстати говоря, также в многочисленных сериалах, посвященных Парижу. Когда хочется снять что-то красивое, монументальное, парк Монсо всегда приходит на помощь. Центральная аллея парка тоже имеет русский след. Она связана с графиней де Сигюр или Софией Растопчиной, той самой, кстати говоря, с которой связана история сожжения Москвы, вернее, с ее предком, да, графом Растопчиным, который был тогда генерал-губернатором и, возможно, поджег Москву. Удивительно, да, что тем, кто воевал с французами, позже придется уехать во Францию по странному такому политическому мотиву. И позже сама София Растопчина станет Countess de Ségur. И в конце своей жизни она вдруг откроет в себе дар детской писательницы и пишет сказки. Именно в ее честь называют вот эту главную аллею парка, на которой назначали свои свидания, например, вот герои интересных таких романов, в частности, Бель-Ами Мопассана. Вообще, парк Монсо – это один из главных парков 17-го округа, их здесь не так много. Мы с вами, кстати, закончим прогулку недалеко от совершенно нового парка.
Но французская публика предпочитает старые. Ну вот, например, смотрите, здесь у нас сейчас такая зеленая лужайка, но я не знаю, представьте, сможете ли вы себе ее представить полностью усаженную, усиженную пикникующими людьми, ведь в Париже не так много пространств для пикников. Жалко, что в этом парке мало что осталось от когда-то той самой знаменитой фоли герцога Орлеанского, а было бы здорово, да, побывать в китайской пагоде. Когда барон Осман перестраивает Париж и, в частности, организует этот парк, практически две трети парка, к сожалению, исчезнут. Ну, правда, они не в очень более хорошем состоянии. Но вот здесь из-за деревьев выглядывает другое напоминание об истории Парижа, истории революции. И мы сейчас подойдем ближе и поговорим. Впереди нас находится легендарная ротонда. Что же она здесь делает? Представьте себе Париж конца 18 века. Французская казна опустела, и приходит неожиданный такой весьма мотив. Как же можно ее наполнить, эту казну? Одна из главных проблем Парижа тогда – это проблема незаконной торговли в пригородах. Вернее, незаконной торговли товарами, на которые не заплатили пошлину. Дело все в том, что если вы ввозили что-то в Париж, то вам необходимо было уплатить налог на ввоз товаров в город. И многие люди этот налог избегали. В итоге ничего приходит лучшего, как генеральным контролёрам финансов, и это построить целую стену откупщиков, генеральных откупщиков, их звали фермье генеро, для того, чтобы проконтролировать ввоз товаров в Париж и, главным образом, проконтролировать все, что ввозится, и обложить это налогами. Проект все-таки строится в 18 веке, он строится во Франции. Проект должен быть, естественно, красивым, оригинальным, поэтому прибегает к услугам Клода Никола Леду, тогда один из звездных архитекторов, для того, чтобы подстроить вот такие ротонды или барьеры, заставы, как их тогда называли. И на этих заставах люди будут уплачивать налог. Вплоть до 1860 года здесь платят налог. Заканчивается эта история с бароном Османом, легендарным реформатором Парижа, который включает, наконец, районы за границей парка в состав города, и таким образом больше налог платить не надо. Париж вырастает вширь. Спокойствие этих улочек, которые находятся прямо рядом с парком, нарушает только изредка проезжающие автомобили. Рядом с парком уже в 17-м теперь округе находится достаточно дорогая недвижимость, и мы с вами идем как раз к, как говорят французы, «le beau quartier». Посмотрите на то, как выровнены балконы этих зданий, как они подогнаны. Это все один единый османовский проект, проект нового Парижа, которым предлагалось жить знати. Сложно поверить, что вот до того, как Осман начнет переделку этих кварталов, здесь в основном жили рабочие, или, как мы говорим сегодня, марешей. Марешей — это те, кто выращивают овощи и фрукты на продажу. В маре, маре — это такие, ну, плодородные, если хотите сказать, низины, а топи. Интересное здание вдруг выплывает прямо из-за угла. Смотрите, что же здесь находится. Любопытный псевдоготический особняк, который сегодня принадлежит Банку Франции. Когда-то он принадлежал очень знатному чиновнику, буржуа. И в конце концов он даже побыл военным госпиталем, прежде чем вновь вернуться в руки теперь уже государственной недвижимости Банк де Франс. Посмотрите на эту богатую декоративную отделку. Вообще неоготика была в моде. А в конце 19 века вместе с интересом вообще
к романтической истории этого дела вернулся и архитектурный интерес. Особенно много таких зданий, кстати, было в Германии. Москва тоже не избежала любви готики. Очень много ресторанов, трактиров, кабаков строится так, будто вы оказываетесь где-нибудь в Германии 14 века. О чем нам с вами напоминает капусточка, которая вот так ползет по фасаду здания. Это действительно, кстати говоря, капуста. Это я вам сейчас говорю абсолютную правду. Сказочные мифологические животные и гроздья винограда. А мы с вами покидаем великолепный особняк, построенный Эмилем Гояром, вернее, на деньги Эмиля Бояра Грегента, Банка Франции, и мы отправляемся с вами теперь уже в сторону 17-го округа. Наша дорога будет лежать вот в эти края. Я перехожу сейчас улицу и вижу, что издалека выглядывает купол церкви Святого Августина. Тоже, кстати говоря, задумка архитекторов, которые перестраивали город. Именно подобного рода здания, купола должны ориентировать вас в городе и выступать своеобразными маячками. На этой площади нас встречает любопытный памятник Дюма сыну. Вы видите, он окружен танцующими музами. Прямо по нашей дороге с вами смотрит колонна Мариса. Вы теперь уже узнаете, что это такое. Это специальные колонны, на которых нам с вами анонсируют спектакли. Правда, колонны уже довольно давно молчат. Оживленные кварталы Терны и Монсо сменяются улицей Лежандра, которая пересекает почти весь 17-й округ. Прямо на нас с вами смотрит церковь святого Карла Сен-Шарль-де-Монсо. Посмотрите на ее необычную архитектуру, смесь из разных стилей, в том числе мы с вами увидим немножко неороманского стиля. Гудят сирены, в Париже без них никуда. Вы слышите, может быть, даже работы, но это звуки реального города, по которому мы сейчас с вами идем. И повернем на вот эту улочку Токвиль. Интересные особняки нас, кстати, с вами встречают. Вновь мы видим, да, красный кирпич, который очень любили использовать в Ренессансе и потом в 19 веке. Вообще вот здесь уже осман меньше следил за тем, как перестраивались кварталы. Эти кварталы уже строятся в самом конце 19 века, поэтому мы увидим здесь с вами гораздо большее разнообразие стилей. Еще, кстати говоря, интересный очень момент вот именно в этих кварталах. Мы с вами чувствуем, как меняется публика, как она становится все более и более, как говорят сейчас французы, популярной. Да, популярной означает народной, потому что эти кварталы уже дешевле, чем те, где мы с вами гуляли. Любопытная еще вещь, я заметила прямо на моей дороге частную католическую школу Фенелон. Вот, вообще Фенелон — это фамилия одного из церковных деятелей в 17 веке. И подобного рода школы очень часто можно встретить во Франции. Дело все в том, что католические школы считаются лучше по качеству образования. Вот, кстати говоря, еще у нас мы видим здесь здание прихода Иглис Католик Сен-Шарль-де-Монсо. Считается, что в католических школах больше финансирования, лучше преподавателей, и сами родители, особенно если это еще родители из консервативных семей, предлагают вообще и настаивают на том, что именно в такие школы нужно отдавать детей. Если бы я не снимала вам сейчас экскурсию, то 100% я бы остановилась прямо рядом с этим магазинчиком. Может быть, кто-то из вас знает, что делает вот этот молодой человек. Он делает десерты, которые называются Le Merveilleux. Сделаны они из меренги или безе. Вот вы видите вот эти маленькие частички из взбитого белка яичного. Он обмазывает их очень нежным кремом, и после этого они превращаются в чудесное, абсолютно тающее творение. Вы уже, может быть, где-то видели вот эту вывеску о Merveilleux de Fred. Их несколько в Париже. Я же сама редко когда могу удержаться даже не от вот этих мервиошек и инкроябли, а от булочек-брёши, которые я считаю по-настоящему одними
из лучших в Париже. В этих магазинах и пекарнях булочных все делается ровно день в день, поэтому все продукты очень свежие, и, конечно, обязательно стоит за ними зайти. Если бы мы с вами пришли сюда в выходной день, то, возможно, бы все вот эти лавочки были гораздо более оживленными. Часто на вот этой улочке Rue Terrasse и соседней улице Rue Lévis впереди проводятся мини-рынки по выходным. Еще тоже любопытная деталь, вы видите, что впереди такое маленькое трехэтажное, ну для Франции это трехэтажное, потому что первый этаж они считают цокольным, для нас четырехэтажное здание, вот подобного рода зданием был застроен пригород Парижа. До сих пор, если вы приедете в любой провинциальный город, вы увидите, что большая часть здания, она выглядит именно так. А иногда в бывших деревеньках Парижа, именно мы с вами подходим к деревеньке Ботиньоль, можно часто встретить такие здания, вы, может быть, вспоминаете их по прогулке по шикарному 16-му округу, и, конечно, почувствовать дух провинциального города, зайти в лавку к любимому торговцу, купить у него апельсины, ананасы, мандарины. Кстати, сами французы говорят не мандарин, они говорят клемантин, и клемантины бывают разные. Они бывают из Корсики, и также они бывают из Испании. Сами французы очень любят, и Марокко, сами французы очень-очень любят корсиканские, потому что они made in France. Несмотря на понедельник, все-таки улочка сохраняет свое былое оживление. Мы с вами видим, что даже в такой дождливый день, даже в понедельник, местные жители с удовольствием выходят прогуляться, зайти в любимые лавочки, потому что в них, конечно, всегда лучше качество продуктов. Смотрите, появились первые артишоки из Италии. Вот они, наши с вами любимые артишоки, которые, конечно, составляют легенду кухни. Артишоки пока еще не французские, для французских очень рано. Но знаете, почему я рада увидеть артишок? Это признак весны. Кстати, часто спрашиваете вы меня про любимые французские марки. Я вот очень люблю эту марку Sud-Express. Они делают одежду, обувь тоже они делают. Но мне вот очень нравится их пловер. Они очень нежные, очень милые. Посмотрите, кстати говоря, на этот красивый розовый пловер. Француженки вообще любят такое мягкое, дуду, как они говорят, шушу, пушистое. И уже заканчиваются распродажи, последние деньки, и скоро наступит тоже время для весенней коллекции. Давненько я уже не бывала на этой улочке, и вижу, что здесь открылись уже такие достаточно известные во Франции марки, как Камайо, Сифора, Пале де Те. Вот, кстати говоря, слышали вы про такую марку или нет, не знаю, называется Conserverie La Belle Iloise. Это рыбные консервы, которые делают на острове Белиль. Это шикарный совершенно остров во Франции, там даже бывал Клод Мане. И их фабрика, это один из главных работодателей острова и вообще этого региона. И делают они рыбные консервы, очень вкусные. Увидите, рекомендую, зайдите. Это действительно Британия, Атлантика в вашей тарелке. А мы с вами идем вперед. Наша дорога лежит на улицу Лежандр в сторону главной площади когда-то деревеньки Ботиньоль. Я думаю, что по этой улочке вы уже отметили, как больше стало людей, как действительно все заметно вокруг оживилось, потому что чем дальше мы с вами будем отдаляться от шикарных кварталов, тем больше мы с вами действительно приближаемся к настоящему Парижу, тому, где сегодня парижане могут позволить себе жить и где они могут купить жилье. Вот здесь, например, открылась булочная и кондитерская Яна Кувера. Рядом с нами, кстати, тоже есть. Это очень хороший, действительно, патиссье, который обожает именно вот миксовать концепты от патиссри, то есть практически искусство кондитерского и близости к людям. Его, конечно, хиты – это шоколадные эклеры. Посмотрите, вот, не знаю, видите вы или нет, какая там красота в витринах. Но мы, наверное, сейчас с вами не будем заходить, тем более, что в Море я в 5 минутах практически от него живу. Но, видите, вот
Тут у нас с вами еще утренняя выпечка осталась. А многие из вас наверняка думают, что Париж — это только красивое жилье эпохи модерна или османа, судя по моим экскурсиям. Но нет, вы видите, что в новых кварталах уже много достаточно современного жилья. И, кстати, сами парижане, я не удивлюсь, если предпочтут жить вот в таком доме, а не в домах, а рядом. Гораздо более комфортным, с окнами в пол, большими балконными террасами и, конечно же, хорошим отоплением. Вот отсюда издалека выглядывает очень интересное здание. Давайте мы немножко с вами даже приблизим. Сейчас сделаем наше приближение. Вы видите впереди башню. Это новый дворец правосудия. Башня, которая, кстати говоря, построена тем же архитектором, что и центр Жоржа Помпиду. Мы впереди с вами видим настоящую границу, кстати говоря, двух миров. Вот казалось бы, что это такое, да, ничего особенного. На самом деле, вот эта дорога, видите, вот здесь проходят пути в сторону вокзала Сен-Лазар. И здесь проходит электричка, которая ведет нас на северо-запад Парижа. Вот, собственно, здесь у нас с вами начинается как раз деревенька Ботиньоль. И когда-то, вот, кстати, поезд, оп, не успела поймать, а успела, проехал все-таки, да, это новые уже здесь электрички. И вот когда-то здесь жила гораздо менее обеспеченная публика. Но именно благодаря этому квартал, возможно, и сохранил большую аутентичность. Неизменная улица Лежандро нас с вами сопровождает. Посмотрите на здания здесь, они еще доосмановские. То есть мы с вами видим, что здесь осталась старая архитектура еще до того, еще до Османа, тех самых исторических улиц. И вот иногда мы с вами можем встретить такие небольшие вкрапления. И впереди очень очаровательная, приятная площадь. На соседней улочке нас с вами приветствует модерн с его любимыми bow window, выступающими вперед вот такими эркерными, как еще их называют, окнами. Опять виднеется небольшое здание двух-трех этажей, которое напоминает нам о пригороде, о том, что когда-то здесь находились совсем другие кварталы. Вообще, очень хорошо жить на вот такой маленькой улочке. У вас есть как и оживленность серьезных, очень больших таких динамичных кварталов, так и спокойствие. Найти здесь жилье просто ли, да? Наверняка вы задаете сейчас этим вопросом. В общем, не так на самом деле это легко, потому что все-таки 17 округ уже пользуется популярностью. И посмотрите, какое милое здание я встретила. Действительно построенная, наверное, еще, возможно, в конце 18 века. Вот здесь мы видим даже какие-то небольшие напоминания о рококо, очень интересные. Кому-то повезло жить даже, возможно, здесь со собственным садиком. Но вообще на таких улочках часто можно встретить настоящие жемчужинки в жизни в Париже, настоящие жемчужинки жизни здесь. Как будто бы вы живете, ну, считаете, в каком-то провинциальном, в общем-то, месте. И даже бывает, что у некоторых вот здесь появляется свой садик. Смотрите, как называется аптека. Она сама себя называет «Village de Batignolles» и рассказывает нам о том, что вообще-то она находится совсем не в квартале Парижа, а в квартале бывшей деревеньки. Впрочем, в это очень легко поверить, ведь наша с вами экскурсия подводит нас к той самой церкви, главной церкви деревеньки Batignolles, церкви Святой Марии. Кстати говоря, совсем недавно здесь открылся магазин одной из марок, которые я очень люблю. У меня есть их украшения Aiden Bijou. Я даже однажды их отмечала в Инстаграме. Я их очень люблю. Это позолота. И при этом украшения легкие, красивые. У меня даже есть вот такие серьги.
Это настоящий, действительно, французский стиль. И я даже вижу, что вот там трудится сама создательница. Их двое, тех, которые открыли эту марку. Эйден Бижу. Мы с вами так много говорим о том, каково здесь жить, а вот они, между прочим, реальные цены, стоимости, например, 429 тысяч евро за квартиру 44 квадрата. Пожалуйста, вам предлагают, но считайте, что это салон, а нет, все-таки салон, да, здесь будет у нас, и комната, да, пишут нам, deux pièces, une chambre. То есть здесь будет все-таки одна спальня, но вы можете, в принципе, другую комнату переделать. Так что вот она, стоимость жизни в деревеньке Ботиньоль. И вот она перед нами, церковь, сердце этой деревни, построенная к середине 19 века. Почему я говорю «к»? Потому что строительство заняло почти 30 лет. Очень интересный стиль у этой церкви. В общем-то, стиль этот называют таким нео, даже раннехристианским. Она похожа чем-то на ранние базилики. И любопытно, что свет падает вот так же, как и когда-то в базиликах, прямо через световое окно потолка церкви. Мы сейчас с вами зайдем в нее. Я вижу, что церковь закрыта, и посмотрим, каково же это побывать здесь. Но вокруг церкви вы видите очень приятные, милые кварталы. Вообще, когда кафе открыто, здесь очень хорошо, очень всегда оживленно. Многие, в принципе, и сейчас, я знаю, работают на вынос. Здесь очень уютная атмосфера. Действительно, мы сохраняем атмосферу маленькой деревеньки. Минуты тишины, рефлексии, времени наедине с самим собой. Это всегда приятно зайти в церковь, надеюсь, что и вы почувствовали то, что почувствовала я. Мы поворачиваем с вами в прекраснейший сквер Ботиньоль, место, куда когда-то приходили обитатели этой деревни для того, чтобы прогуляться. Деревушка была, кстати, небольшая, около 5,5 тысяч жителей. Вот, кстати, любопытно, что кафе, которое находится прямо справа от нас, все-таки что-то можно здесь взять с собой, так что, возможно, я полакомлюсь здесь горячим шоколадом. Обратила внимание, что имя этой кофейни Доз. Доз — это были одни из первых ребят, которые привезли вообще хороший кофе в Париж. И одни из первых они стали делать вообще выпечку. И такие, знаете, действительно, кафе, кофе, да, вот которые мы любим. Смотрите, чем можно здесь полакомиться из выпечки. Est-ce que vous faites du chocolat chaud? О, мне кивают. Ура! Très bien, merci. Bon, à tout de suite. Так что я зайду после экскурсии за горячим шоколадом и, возможно, согрешу с маленькой мадленкой, вот такой выпечкой с ситрон, это у нас лимон. Но перед этим мы с вами зайдем все-таки в сквер Ботиньоль, погуляем там. Прямо на входе сквер Ботиньоль нас с вами встречают пальмы. Впрочем, сам сквер тоже напоминает нам чем-то интересный и экзотический сад.
Часто, кстати, видите, сюда приходят школьников из младшей школы, желтые жилеты иногда их называют, или зеленые жилеты, погулять их, специально одевают в такую форму, чтобы их было хорошо видно. Видите, в сквер приходят люди, чтобы почитать, прогуляться. Здесь даже, кстати, живут уточки вот в этих местах, но я сейчас их не вижу. Может быть, они прячутся от холода. Парк называется английским, вы видите, что это нерегулярный французский парк, то есть он достаточно неровный, это романтический парк. В хорошую погоду все эти лужайки заняты, и в сквере, в общем-то, действительно не протолкнуться, как говорят, то есть я видела его полным. Но сегодня у нас в Париже, несмотря на потепление, после минусовой температуры, голубь думает, что я что-то ему сейчас дам, но нет. Так вот, у нас сегодня в Париже небольшое потепление, и благодаря этому можно даже, в принципе, неплохо погулять, но периодически падает такой дождичек. Надеюсь, что вам нравится эта прогулка, что вы тоже прочувствовали два парка, вы увидели величественный, очень красивый парк Монсо, зашли сейчас в сквер Ботиньоль. Посмотрите, кстати, какие уютные камерные улицы находятся вот здесь, прямо по мою правую руку. В общем, я с большим удовольствием, конечно, прошлась по этим давно уже знакомым и любимым местам и рассказала про них вам. А вот они, кстати, уточки, смотрите, я их поймала, они отдыхают. Вот здесь осторожно так смотрят, что же я от них хочу. Отдыхают прямо рядом с этим ручейком, который пересекает парк, и тоже наслаждаются, наконец-то, может быть, отступившим холодом. Кстати, обилие здесь птиц какое-то совершенно невероятное, потому что вот там впереди, не знаю, какая-то интересная, очень экзотическая птица. Я даже вижу то, что мы называем пульдо, вот такая маленькая черная курочка там что-то делает. Ну и два вот таких серьезных человека, два серьезных таких пацанчика, даже хочется сказать, передают вам привет. С ними, конечно, не загуляешь. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня со мной, за то, что прошлись по 17-му округу, открыли для себя деревеньку Ботиньоль, открыли для себя замечательный парк Монсо. Теперь, когда вы начнете читать гида Мопассана или перечитаете его прекрасного друга, когда вы вновь будете погружаться в парижскую атмосферу, многие места для вас уже будут знакомыми. Вы будете себя здесь чувствовать так, как если бы вы здесь жили. Я благодарю вас за эту прогулку. Я желаю вам хорошего дня, до новых встреч и не переключайте канал, впереди много интересного. Пока-пока!